Схватка между питоном и оленем развернулась на глазах у случайного свидетеля, и казалось, что у оленя нет шансов спастись. Питоны, известные своим разнообразием более 40 видов, с различной окраской и размерами, являются одними из самых удивительных змей в природе. Если вас интересует, какая змея считается самой большой в мире, у нас есть отдельный материал, посвященный этой теме. У питонов есть уникальная способность. Они могут обходиться без пищи до полутора лет. Однако, когда они голодны, они становятся безжалостными охотниками душа своих жертв, прежде чем проглотить их целиком. Маленькие питоны обычно питаются грызунами и птицами, в то время как более крупные особи могут справиться с добычей внушительных размеров, такими как крокодилы или даже олени. Именно последний стал центральной фигурой нашего рассказа. Маленький олень оказался в ловушке трехметровой змеи. Этот инцидент произошел в зоопарке Кхаакхио в Таиланде. Мужчина, проезжая на своем автомобиле по территории парка, заметил борьбу питона с оленем прямо на дороге. Змея обвела олененка, практически задушив его, и водитель не мог просто проехать мимо, не сделав ничего. Он остановился вышел из машины и решил попытаться отвлечь змею. С помощью ветки он несколько раз задел питона, что в итоге ослабило его хватку. Олененок воспользовался моментом и смог вырваться на свободу, скрывшись в кустах. На видео видно, как змея, пытаясь защитить свою потенциальную добычу, кинулась в сторону мужчины, но в конце концов отпустила оленя и уползла прочь. Этот инцидент вызвал бурные обсуждения в интернете. Одни осуждали водителя за вмешательство в естественный процесс, считая, что он нарушил закон природы, в то время как другие поддерживали его действия, выражая сочувствие к оленю. Как вы думаете, было ли правильно вмешиваться в эту схватку, или лучше было оставить все как есть? Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.